В районах республики идет заготовка кормов на сенокосе в Моргаушском районе. Побывала наша съемочная группа. Распродборщик формирует 20 снопов в час. Техника все делает самостоятельно. Механизатору нужно лишь нажать на кнопку запуска обматывающего аппарата. Два таких агрегата появились в сельхозкооперативе имени Суворова в этом году. В прошлом закупили новый трактор. Работаем полным ходом. Половина уже, можно так сказать, заготовлена. Около 400 гектаров многолетних трав, 300 гектаров однолетние для сенажа уже. Вот. На сегодняшний день уже 200 гектаров мы уже сено заготовили. Все надо вовремя сделать. Погода не ждет. Надо стремиться быстрее, погода надо быть. Такая же задача стоит и перед остальными хозяйствами республики. Укос травы и заготовка сена идет одновременно. Аграрии республики скосили 14 тысяч гектаров многолетних трав, заготовили почти 3 тысячи тонн сена и 10 тысяч тонн сенажа. Больше, чем в прошлом году по всем показателям. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Павел Рядков, Республика.